Девочки, всем привет! Начинаю записывать новый влог. И сейчас только вот дошли у меня руки. Утром забрала посылку, курьер мне привез с мейкапа. Открыла ее вот таким вот прекрасным ножичком с Алишки. Очень удобно. Стоил там, по-моему, около доллара. Бросил в сумку, в машину, да даже дома. Положил вот так вот на туалетный столик. Очень удобно. В сумке классно, когда нужно там что-то срочно открыть. Идеально. Вот. И показываю вам. Я вам показывала в прошлом влоге ароматный крем для тела от этой вот торговой марки. Tessori, да? Это, по-моему, если не ошибаюсь, итальянская. Я его уже вот распечатала, открыла, сняла эту штучку. Вот, можете почитать. Парфюмированный крем-гель для душа. У меня крем синий, очень вкусный, очень ароматный. Я решила заказать персидские сны. Ну, дизайн, я думаю, вы все видели. Кстати, я эти гели для душа видела уж очень давно. Они продавались раньше в сети магазина Watsons. Вот. Сейчас я их как-то и не вижу. Вот. Но они есть в Авроре. В Авроре, кстати, на них самая низкая цена – 88 гривен. На мейкапе, по-моему, 105 я брала. Вот, решила взять не такой, как крем для тела, а другой, чтобы попробовать аромат. И я не прогадала. Вот, так что завтра, наверное, пойду в Аврору за кондиционером для белья. Очень классный аромат. Мне даже нравится больше, чем синий. Он такой, знаете, восточный, сладкий, вкусный. Очень советую, кто еще не пробовал, попробовать. Ну, это цепочка, конечно. Очень мне нравится. Обожаю такие упаковки с душой. В общем, скрабчик заказала с лавандой. У меня такое с кофе есть. Очень вкусно пахнет, натурально. Решила попробовать еще с лавандой. Такой вот он тоже натуральный. Это солевой, тот у меня был кофейный. Я его, кстати, еще не открывала. Наверное, я одной ручкой не смогу открыть. Смотрите, как он круто к моему маникюру подходит. Вот, ну, посмотрим. Тоже был на хорошей скидке. Последнее, что я заказала. У меня такой мини-заказ. Все из-за этого геля. Мне он срочно понадобился. Мой от Белаю закончился. И такая вот натуральная вода. Она у меня уже была с розой. И почему-то я в корзину еще потом доложила с лавандой, но как-то у меня не отбился этот заказ, я не знаю почему, поэтому водичка ко мне приехала только одна, но они у меня уже были ранее, поэтому мне нравится запах розы, вкусненько. Вот такой вот у меня был мини-заказик. Девочки, всем доброе утро. Я в своем привычном образе помыла голову, да, там кто-то спрашивал, голову я мою через день. Вот, как бы, чтобы она была свежая. Вот, раньше мыла раз в два дня, но она у меня как-то была по суше кожа головы. В общем, сейчас я терпеть не могу засаленные волосы, такие несвежие, знаете, для меня это просто ужас. На других и на себе. Вот, поэтому через день мою голову. И сегодня проснулась, меня высыпало. Кошмар, короче говоря, у меня закончилась моя любимая мазь, которая меня спасает. Вот так вот она выглядит, она, конечно, в ужасном виде, простите. Вот я ее нашла. А, вот, ну, в общем, синтомицин – это мазь, которая помогает мне при любых высыпаниях. Я очень ее люблю. Вот этот тюбик у меня был, наверное, ну, не знаю, полгода точно. Слава богу, высыпания у меня не так часто, но, как видите, есть. Вот, поэтому все, что у меня было под рукой, это маска Фриман глиняная, чтобы немножко подсушить высыпание. Вот, сейчас буду сушить голову, завтракать. Я еще даже кофе не пила. У нас утро. Вот, и 29 февраля, представляете? То есть завтра уже весна. Вот, поэтому долгожданная весна, которую мы все так ждали. Вот, поэтому еще надо забежать в Аврору за покупками, в школу, в общем, куча дел. Хочу сегодня еще снять вам пустые баночки, потому что накопились. Вот, поэтому куча дел. Мой скромный завтрак, обед,
Я уже откусила, попробовала. Там просто сыр, ничего более. Вот, прибежала голодная, так как с утра я пила только кофе. Вот. Сейчас покушаю, сделала себе чаек. И побегу вам снимать. Две посылочки пришло мне с Али. Украшения. Вот, очень вкусная лепешка мультизерновая с черным тмином. ВТБ беру, очень вкусная. Девочки, показываю вам свою посылку с Алишки. Такие вот очки. С таким вот красивым. Красивыми душками. Очень красиво. Я потом вам попозже покажу на себе. Но мне нравится. Они, конечно, очень огромные. Если честно, я думала, что они будут чуть-чуть поменьше. Вот. И из бижутерии я заказала такое вот колечко. Помните, я вам такое показывала? Белое из керамики. И тут где-то еще было вот такое. Солнышко сегодня такое светит. Оно идет без размера. Тоже мне понравилось. Также, вот, кстати, так смотрится колечко. Видите, оно такое обычное, но мне нравится, очень красиво и аккуратненько. Так, что хотела вам показать. Мазь. Мазь купила. Синтомицин новую. Буду лечить свое лицо, потому что это какой-то ужас. Я не знаю, наверное, что-то не так, либо, в общем, не знаю, буду лечить свои высыпания. В Авроре также зашла, купила щетку для зубов черную. На смену ручку такую. У меня была такая розовая. Очень классная, но у нее закончилась паста. И нам стоило бюджетно, но очень красиво. Вот. И тетрадку такую взяла для обучения. Так как я сейчас очень много обучаюсь, у меня тетради просто улетают. Вот. Взяла для своего нового курса. И мыло купила в Авроре. С манго. Красивая тетрадка, мне так нравится. Как круто на природе в лесу. Конечно, еще голо, но красиво. Скоро это совсем все будет зеленое. Очень красиво. Девочки, показываю вам свои покупки с магазина Простор. У меня закончилась туалетная бумага. Всегда берем либо Зева, либо Панду. Очень классная. Именно по качеству. Дальше немножко закупились гелями для душа. Тут сборная солянка, фа. Такие, ну, в основном берем такие расходники проверенных вкусах. Такого особо ничего нового. Вот фа такой, сиреневый, кстати, очень вкусно пахнет, зубная паста, аквафреш. Вот, ну, я чаще всего пользуюсь либо блендомет отбеливающий, либо сплат. Ну, иногда аквафреш, естественно, тоже, как видите, много. Зева такой вот рушники, да, полотенечко для кухни. Но на самом деле я использую их и для уборки. Они плотные, хорошо даже там стекла протирать. Такие вот фа. Нивея, мои любимые, самые, наверное, любимые такие ностальгические гели для душа, особенно вот абрикос. Обожаю этот запах, у меня прям такая с детства. Мама всегда покупала этот гель, и он прям со мной всю жизнь. А дальше такая с алоэ штучка. Тут я уже пришла в кофейню поработать, взяла такой очень вкусный макарун с тарблю. Прям, девочки, очень вкусный, советую. Прям пальчики оближешь. Девочки, показываю вам свои небольшие покупочки. Буквально на минутку забежала в Еву и в Аврору. Значит, в Авроре я, в Еве я купила Бон. Это такой отбеливатель. Очень советую, я его уже повторяю много раз, увидела тоже у блогерши в Инстаграме, именно Бон Персоль, потому что есть такой Бон еще с синими кристаллами, вот этот мне нравится больше. Он действительно делает вещи белыми, я стираю и бра, и трусики, знаете, вот, и гардины, если у вас есть белые, очень хорошо будет работать, он без хлора, вот. В Еве стоил 14 гривен всего лишь, но здесь на один раз. Дальше в Авроре я купила такую вот крем-фарбу для брифтовей.
Посмотрим. Не знаю, я в поисках своей любимой идеальной краски. Посмотрим. Не знаю, никогда не брала, по-моему, эту фирму. Взяла темно-каштановый. Также был черный и светло-каштановый и графит. Из всей линейки я решила выбрать именно этот. Вот, как раз мне нужно было сегодня красить брови, но я уже просто была без сил, и поэтому оставлю это дело на завтра. И взяла такой плямо-выведник. В Авроре я его еще не пробовала. Написано, что для цветных и белых вещичек. Вот, ну посмотрим. У меня уже заканчивается мой карандаш от Faberlic. Это еще моя такая довоенная, так сказать, покупка. Вот уже 2 года, но у меня осталось его совсем немножко. А так как у меня сынок ходит сейчас в художественную школу, то пятна для меня это прям проблема номер один. Хотя я ему купила специальный передник, да, который защищает от пятен, но нет, когда он рисует, все, буквально все вокруг в краске. Вот моя тут ручечка, блокнотик. Сегодня у нас 1 марта, я писала планы на месяц. Это обязательная процедура каждый месяц. Я подвожу итоги. На фоне там кекс хрипит. На самом деле уже очень поздно, 2 часа ночи. Я бегу спать, не завтра рано вставать. Вот, уже предвкушаю свое состояние. Хорошее, в кавычках. Вот, и в Еве также купила свои любимые тампоны. Вот, так что... Такие вот у меня сегодня скудненькие небольшие покупки, но все очень нужное. Ну что, всем доброе утро. Тихо разговариваю, потому что у нас еще нет даже 7 утра. Я уже вымыла голову. Сейчас буду собираться. Сделала масочку такую вот от Элен Про. Кстати, неплохая. Она бюджетная. Здесь активированный уголь. Черная глина и чайное дерево. Очень круто успокаивает все высыпания. Поэтому советую. Покупала в Авроре. Стоит копейки. Реально лицо сразу такое, знаете, чистое. И даже небольшой лифтинг эффект. Конечно, он временный, но все равно приятно. Вот сегодня меня ждет насыщенный денек. Вот, не знаю, буду снимать что-то или нет. Вот, на самом деле немножко словила волну выгорания. По поводу Ютуба и не только. Слишком много дел сейчас навалилось, слишком много всего происходит в жизни, поэтому не знаю, буду ли я, как и раньше, радовать вас своими регулярными видео. Ну, надеюсь, пройдет. Вот, надеюсь, это просто усталость, выгорание, и нужно просто хорошо выспаться, но даже выспаться пока возможности особо нет. Вот, ну, посмотрим, не будем закатывать. Что, девочки, всем привет! Очередное включение. Денёк сегодня, конечно, насыщенный такой. Сейчас жду маму. Вообще не выспалась, так хочется спать, честно говоря. Сейчас буду пить уже 3-й раз кофе. Вот. И завтра уже, надеюсь, пойти на массаж и отдохнуть. Тут у меня пицца. Вот. Огромная. Вот. Ну, может, чуть попробую, кусочек съем. Вот. Так что такие вот дела. Ну что, ваша любимая часть, когда все трясется. Иду на массаж. Сегодня 3 марта. Вот. И знаете что? Скорее всего, я сделаю перерыв в своем, так сказать, блогерстве. Вот, потому что я чувствую, что начинаю выгорать. Плюс события в Одессе, которые были 2 марта, меня просто вывели из колеи. Я не могу себя собрать в кучу. Вот, это реалии, к сожалению, нашей жизни и российского террора. Поэтому... И, казалось бы, за 2 года можно к этому привыкнуть. Но нет, каждый раз сердце разрывается от ненависти и боли. Вот, поэтому беру, наверное, неделю выходного. Потом посмотрим. Ну, сниму вам закупку. Куда ж без нее. Вот так вот. Так, девочки, показываю вам свои новиночки косметики.
купила вот такую вот маску. Видите, она какая-то германская. Даллас, не знаю, я такого не пробовала. Мне понравилось, что она с дозатором. Вот, очень удобно будет поставить. Не нужно лезть в продукт руками. И это очень круто. Вот, здесь 1000 миллилитров, целый литр. И это для сухого та пошкодженого волосся. Вот, ну, не знаю. Я не очень люблю такие объемы, потому что они надоедают. И волосы привыкают, но... Я посмотрела, срок годности у нее хороший, до 26-го года, по-моему. То есть я успею ее вымазюкивать, так скажем. Вот. Ну, надеюсь, она мне не надоест. Такая, если у вас такая была, то напишите, как вам. И взяла такой вот скрабик. Здесь с абрикосовой косточкой. Я почему-то вспомнила скраб «Чистая линия», когда он еще был на пике популярности. Если помните, его очень хвалили и жаловались косметологи, потому что он очень агрессивный. Но мне нравился. Я помню, его и на руки использовала, и на ноги. Вообще очень классный. Вот. И взяла этот тоже для рук. Возможно, для ног. Ну, не знаю, для лица, наверное, не рискну, но посмотрим. Здесь экстракт ананаса. Вот. И взяла повторку. Мой любимый кремушек. Я его что-то давно про него забыла. Это Холика. Холика Биби Крем. Вот. Он очень плотный. Но мне нравится. Там есть желтый. Мне нравится синий, розовый. Но вот решила взять желтый. На лето SPF просто идеально. И он придает матовость. Не знаю, многие жалуются на него, что он... что кожа после него прям имеет такой влажный финиш, как будто бы блин жирный. Но у меня лично нет. У меня даже больше такой эффект от Ламель. Вот эта база. Не база, а тональный. Она действительно дает такой вот конечный финиш.